She represents Russia. Please welcome now, Alina Samikova. Шестнадцать лет, тренер с детских лет Елена Буянова, Водорезова. Это Last Blues, Бурлеск. Смотрим ее произвольная программа. Это саундтрек фильма Бурлеск, а короткий у нее под Римского-Корсакова, испанская каприччо. После короткой вторая. Коронный каскад есть. Трамилу, Трамилу. Один из самых сложных и самых дорогих каскадов на данный момент. И этот каскад, кстати, она делала еще в позапрошлом сезоне. Трамилу, Трамилу. В прошлом он был не так шикарен, когда она появилась уже на взрослых соревнованиях. Ну, смотрим. Молодец, хорошо. Трамилу флип. Обидно. Здесь должен был быть каскад. Подставила ногу на выезде с акселя. Вращение со сменой руки в этой позиции. Это лихо. Будешь добавлять двойной тулуп? Ничего. Не тройной, так двойной. Ну, вот этот вот каскад из трех прыжков должен был быть ранее исполнен с тройным флипом. Там было падение, к сожалению. Пойдет уже по минусам, но зато добавила к Фридбергеру. Хорошо. Прям мощная прыжковая часть закончилась. Дальше начинаются вращения и шаги. Yeah.
Да, шикарная программа, все очень здорово. Есть из-за чего расстроиться. Но, честно говоря, я когда вот на нее смотрю, я у меня некий когнитивный диссонанс, прошу прощения, за эти слова в голове происходит, потому что я видел ее на тренировках 3 года назад, 2 года назад. И просто у меня такая вот Аделина Сотникова, и на соревнованиях ее видел, когда вот это была такая задорная, веселая девчушка, которая носилась и на льду, и вне льда. И я помню, как она после очередной победы на каком-то российском этапе национального кубка прибежала в ЦСКА к Елене Германовне с букетом цветов после очередного золота. И вот сейчас мы видим уже девушку стильную, очаровательную. И уже с другим катанием. Это не детское катание. Это совершенно другое. Даже такое ощущение, что другое скольжение. Но главное, конечно, было вот в этот тяжелейший период роста, когда очень многие ломаются. И сколько судеб вообще спортивных в женском одиночном катании сломано. Именно вот в этот вот тяжелый для девушек период роста, когда изменяются пропорции тела, и, следовательно, ползет, плывет, рушится техника. По-всякому бывает. Главное было сохранить технику, сохранить ее индивидуально, сохранить ее какие-то вещи, которые присущи только ей. Но вот вращения сохранены абсолютно, даже улучшены, даже доведены некоторые до совершенства и великолепия. Прыжки, мне кажется, что с прыжками все в порядке. Это чистой воды психология, у меня такое ощущение. Слева Ирина Тагаева, справа Елена Буянова-Водорезова. Такая мощная команда Центрального спортивного клуба армии. Ну что ж, посмотрим, сколько сейчас поставят ей судьи. Да, главное держать спину. Первое правило. Всегда на льду и вне льда. 110,3 минус балл. То есть, в принципе, это на уровне 115 баллов эта программа тянула. 115-116, где-то так. Она вторая. 168-96.